Когда ребенок садится в автомобиль, он и не думает, что с ним может что-то произойти, ведь рядом с ним взрослые. Ответственность за его жизнь и здоровье полностью ложится на плечи водителя. И только беспрекословное соблюдение правил безопасности поможет водителю избежать катастрофы. 3 июня воспитанники детского оздоровительного лагеря «Созвездие» и сотрудники ГИБДД организовали совместную акцию «Автокресло детям». Воспитанники одного из отрядов вышли на улицу города, чтобы провести с водителями транспортных средств профилактическую беседу. Они напомнили, как важно соблюдать нормы безопасности, когда в салоне автомобиля находятся дети. Если у вас в машине сидит ребенок меньше 11 лет, то вы обязаны посадить его либо в детское кресло, либо пристегнуть его ремнем безопасности. Если любишь, береги. Из-за халатного и пренебрежительного отношения водителей к правилам безопасности и к жизни собственных детей, статистика ДТП с участием малышей остается высокой. По этой причине, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за перевозку детей без удерживающих устройств составляет 3000 рублей. Но и это не всегда останавливает водителей. Особенно в период летних каникул данные правонарушения очень часто нарушают водители транспортных средств. То есть перевозят детей без специальных детских удерживающих устройств. Это ведет к тому, что при дорожно-транспортном происшествии получают наиболее жесткие телесные повреждения. Подобные акции призваны не только напомнить взрослым об их водительской ответственности, но и воспитать подрастающее поколение автомобилистов с четкой гражданской позицией. Пропаганда правил дорожного движения среди детей – залог будущей культуры и безопасности на дорогах. В нашем лагере «Дом детского творчества» еще много будет таких акций, потому что мы за здоровье детей. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.